Собачка писала, собачка какала, как поется в той известной песне. Не приучен он у нас гулять на поводке. С самого детства он гуляет сам по себе. Там то, сколько он раз был на поводке, по пальцам можно пересчитать. В городе, да, там, естественно, хошь не хошь прицепишь. А в глухой деревушке тут и птицы-то не летают. По расписанию только можно не привязывать собаку. К тому же охотника. Нет, лягушку принесет, уже приятно. Да? Что он приносил у нас, кроме диареи? Ящерицу приносил. А ящерица, что мы с ней делали, с ящерицей? Суп сварили из них? Конечно же, нет. Фарадей! Фарадей, аккуратно, там машина, да. Раз в полтора часа. Да, скорость сбрасывает перед лужей. Кто с кем гуляет? Мы с Фарадеем или Фарадей с нами? Ты не знаешь? Ну, точно не мы с ним. Ну да. Мы сами по себе гуляем, не один. Сейчас опять хотел сделать вид, что он меня не знает, но у него не получилось. Совесть у него проснулась вовремя. А то назревал конфликт у нас. Ну, все закончилось хорошо. Ладно, пойдем погуляем немножко. Скоро пойдем домой дела делать.